Всем привет, с вами Гвимблэйд. Я наконец добрался до Бакареша. Как я долго сюда хотел попасть. Стой! Это Бакареш? Храмовый город Ассасин? Да я знаю, блядь! Что тебе здесь нужно, странник? Я никому не принадлежу. Продолжай в том же духе и не связывайся с разбойниками. Расскажи мне что-нибудь о городе. Чужестранцев тут не часто встретишь. Отыщи Ашну. Как дела? Дела обстоят неважно. Вокруг города рыскают кочевники. Эти разбойники напали на оазис. Ступай в город. Угу. Скажу. Как дела, аллигаторы, блять? Чё, Борис с ума сходит? Меня зовут Сильвио, а это Бакареш. Какая охуенная у тебя броня, пока а? Ты в городе, красивая. Оружие не вытаскивай. И следи за своими руками. Тогда мы сможем найти общий язык. Ясно. И придерживайся этого. Что ты можешь рассказать мне об этом городе? Это красивый, спокойный, храмовый город. И он должен оставаться таким. Если хочешь попасть в храм, поговори с Амулем. А если хочешь поболтать, иди к Ашну. Он говорит много и охотно. Или я покажу тебе, как можно... Так. Бенито прислал меня. Что он хотел сообщить мне? На оазис у города напали кочевники. Шайтан, проклятие. Это плохая новость. Тисгару это совсем не понравится. На юге нам следует быть осторожнее. Это для тебя. У тебя есть для меня работа? Хочешь быть полезным? Акрабор охраняет северный вход в город. Он уже давно не присылал мне отчета. Отправляйся к нему и посмотри, что там и как. Угу, давай, побежали. Путник, возьми эту шкатулку, сконструктированную прекрасной лазурью, свою белеру вместе со мной. Чем же выжжена такая седость? Сегодня для меня дошла радостная известие. Мой давний конкурент Мирзо, да будет стрелять, не экипировать его печень, разорен. Я же говорил, что его мертанская лавочка будет быстро прикроется. Ах, а пьяный вином радости, я совсем забыл. Я Альдо. А, я помню того придурка. Ты получишь все, что тебе нужно. Если бы Белиар не одарил моих рабов беспросветной глупостью. О, ты алхимик? Блять, наконец, давай сюда, нахуй. Как я рад, что у тебя есть эти зелья. Как я рад, ты не представляешь. Я прям готов Беляра пустить на фарш ради зелья лечений. Тебе нужна помощь? Ты имеешь в виду с моими тупыми рабами? Ты можешь отлупить их, но это не поможет. Я уже пробовал. Я имел в виду артефакты, которые ты ищешь. А, ну конечно. Ты должен знать, вообще-то я ищу три очень необычных артефакта. Я прочитал древние надписи. Это они принадлежали одному. Если я буду посмотрю. Ты тоже станешь пользоваться. Ну хорошо. Угу. Я хочу себе лук. У меня сейчас 229. Надо 30 очков. Добро пожаловать в Бакареш. Борис, что случилось? Я Джафар, торговец оружием. Можешь взглянуть на мои клинки? Лучший товар из Бенсала. Не ходи по клавиатуре, пожалуйста. Иди сюда. Кис. Покажи мне свой товар. Что у тебя есть? Мантия темного мага не хватит. Я не могу тебе это дать. Ты недостоин. О, стрелы, заебись. Боевой лук. Не, он мне нахуй не нужен. Я стремлюсь выше. Тихую смерть хочу себе. Бориса, успокойся, пожалуйста. Добро пожаловать, пилигрим. Я Карлос, работорговец. Как идут делишки? Не трогай! Все отлично, не жалуюсь, так сказать. Хотя, от помощи бы не отказался. Что я могу сделать для тебя? У меня есть еще несколько рабов, которых я не могу сбыть. Послушай, Альдо совсем помешался на древних артефактах. Он уже купил у меня несколько рабов. И?
Проблема в том, что в руинах водятся опасности. Опасности до тех пор, пока в руинах не станет спокойнее. Понятно. Осмотрю. Да-да, проверь их. Так, дальше что? Добро пожаловать. Меня зовут Ашну. Если тебе нужна информация... Давай, рассказывай мне все. Что ты можешь рассказать мне о храме? Храм — это святилище Беляра. Мы жертвуем темным магам золота, за которое они смягчают его всемогущий гнев. Если ты хочешь помолиться, тебе придется довольствоваться статуей внизу. Для чужеземцев храм закрыт. И только Амуль решает, как... Что мне сделать, чтобы Амуль впустил меня в храм? Ты можешь, конечно, поработать на Сильвио. При условии, что ты законопослушный. А есть какая-нибудь... Так, мы, торговцы, должны преподнести темным магам дань. Если ты передашь Амулю наше золото... Расскажи мне о темных магах. Маги заботятся обо всем. Mm-hmm. А еще от их слов. Но там ты его не встретишь. Mm-hmm. Позвольте мне отнести вашу дань Амулю. Конечно, я. Вот и хорошо. Тебе нужно, если они... Ага, ладно. Это ассасинов, невольник. Нихуя себе, блядь, а вы чё, блядь? Я Ахмед. Ахмед Многорукий. Ты хорошо разбираешься в оружии? Я владею различными боевыми... Конечно. После той истории с троллями, бои с животными на арене запрещены. Троллями? Да, это была идея Амуля. Зрелище получилось хоть куда. Чё, долго соскребали остатки, блядь? Эй, хочешь драться? Скоро я перед лицом... Ир Хабар, блядь. Не, я хочу... Эй, ты! Да, отъебись, а! Ты похож на человека, как... Да, подожди, дай я попугаю. Только мы... Амуль! И узнал Беляр своего врага. И был велик его гнев. Добро пожаловать в Бакареш, странник. Мое имя Ап. Ты можешь меня научить? Нужно быть очень умным. И я начну тебя обучать только. Угу. Прелестный у вас тут храм. Да. Но ты и шагу не ступишь в... И что я думал? А ты когда... Все. Мы избраны на... Да-да-да, блядь. Мы избраны народ и так далее. Я это слышу уже. Сейчас я хочу, блядь... И его господство. Мы избранный народ. Не ты, что ли? Для нас богатство, для Беляра господство. Ладно, пошли ебашить с нами. Придет. Каковы правила? Учти, здесь в Бакареше, здесь выступают ассасины... Давай, давай! ...стоит тысячу... Если не против... Начнем. Жестокий воин любит медленно и неспешно разделаться с... После этого я пришлю к тебе Ахмеда Многорук. И, наконец, на своем веку он... Хорошо, тогда сначала я расправ... Отлично. Эй, не нужно... Пошли. Хабар, блядь. Боец. Боец. Раванщик, ебать, блядь, султан. Айда. Покажи-ка мне, на что ты способен. Нет, 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 нет. Да, сука. И коронный. Доспехи знатного. Доспехи очень тонкие. Хуя себе.
Это как доспехи? Что за доспехи? Ну-ка, хочу посмотреть. Ебало приклеилось, блядь! Пока... Бай. Ой, блядь, два дебилась от доспехов, блядь. Не, я, пожалуй, один в свои любименькие доспехи. И его господство... О, да ты действительно окровавил кровавого. Ты заслужил это золото. Отлично, теперь я хочу сразиться с Ахмедом, с этим мелкоруким. Многоруким, он многорук... Ты заплати... Нет жалости к слабым, только боль и смерть. Должен заплатить дань, блядь. Скрипит, блядь, старый уже стал. Где ты? Вау. Где он, блядь? Вот. Покажи мне, что ты можешь. Ах ты, сука, не позволю кольнуть себя. Тут уже толстый, блядь. И коронный. Так. Что ты сделал с Ахмедом? Он еле стоит на ногах. Разве не затем я вышел на арену? Платите золотом. Хорошо, теперь... Нет, 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 этого я не говорил. Что, если ты хочешь меня обмануть? О, нет же, конечно нет, о, отец быстрого боя. Правда, тебе еще придется выступить против храмовых борцов. Так хочет Тисгар. Только тот, кто устоит против храмовых борцов, получит титул чемпиона Бакареша. Почему ты говоришь об этом только сейчас? Ты меня об этом... Надеюсь... Тогда присылай. Большая. Эй, и в этот раз по... Ведь публика. Как бы мы, блядь, не быстро закончили. Все, готов. Готов, сука. Блять, Муфаса! Над тобой вверх. Не трогай меня нахуй. Отличный удар. Там-та-там. Не кольнешь, блять. Может. Ну, я думаю, ты с ним поговорить хочешь? Здесь, на арене Бакареша, свершилось невозможное. Побежден Муфаса, дикарь. И он пришел с... Конечно, победил. Так что насчет храмовых борцов? Это не просто борцы. Один из них был стражником ворот Иштара, а другой... Оба заслужили себе работу в Бак... Хорошо. Ладно. Да будет так. Бессмертная... Удачи, боец. Угу. Пошли, сейчас пиздюли получит для твоих храм. Когда проснется его гнев, сейчас скорее меня спустится. Они таких дос... они доспехах, блядь, наемников на. Я одержу над тобой верх. Да. Ебать, все пиздец нахуй. Да, да, да. Одного успокоили.
купить. Деваться некуда. Блять, а. Жестко. Ты пиздец. Да вы охуели оба, блядь. Хотя бы одного бы завалить нахуй. Блять, ничего не вижу за этого ебаного флага. Чё орёшь, Борис? Не видишь, я тоже ору. Мне плохо. Этот хуй сосит, блядь. Два извращенца, блядь. О, один остался сейчас. Блядь, ничего не вижу из этих ебучих флагов, блядь. Пиздец тебе нахуй. Отличный удар. В следующий раз я тебе покажу. Да! Блять, а! Пить! Быстро пей, блять! Мужики, драка! Пиздец, блядь. Вообще жестко было, нахуй, вам скажу. Пиздец, хилок не осталось. И делать, по-моему, не из чего. Ой, извиняюсь. В следующий раз я тебе покажу. У меня нет слов, о чемпион Бакараша. Угу. Это что-то на... Ты здесь честь? Тогда содрогнутся те, кто разгневал его. Да. Так, ну пошли, войны чистить. Так, пора сдавать квесты, блять. Так. Вот твои шкатулки. Я скоро стану самым почитаемым торговцем Бакареша. Держи, это тебе. Я хочу отнести Амулю вашу дань. Ты хочешь передать ему наше золото? Этим ты заслужишь благосклонность темных магов. Именно. А, это мне нравится. Но тебе наверняка... И что ты... Ты делаешь свое дело с Амулем. Минуточку, что за одолжение? Если у тебя будет доступ к храму... Я должен тебе... Именно. Посмотрим, что... Я полагаю... Угу. Я хочу отнести вашу дань Амулю. Вот как? А что, если ты работаешь на кочевников? Итак, как... Я думаю, мы доверим тебе наше золото только в том случае... И... Что... Я заключал выгодные сделки с Нафалемом. Да, это хорошо. Можешь идти, Карл. Руины безопасны. Нет, никакой... Отправляй их копать, не... Отлично! Что касается тебя... А что касается дани Амуль... Я хочу отнести вашу дань Амулю. Чтобы он впустил... Именно... Рука руку моет. Mm-hmm. Так, а теперь... Я убедил торговцев. Значит, ты за... Возьми. И не пытайся. А если папа... 3000 всего жалких, блядь. Я принес дань торговцев. Хорошо. Отнеси ее магам. Мы избранный народ. Пошли наверх теперь. Для нас богатство, для Беляра господство. И его господство придет.
Да, Борис, еще опять проснулся. Сейчас я закончу серию снимать. Сейчас, подожди. Чуть. И ты, не делай ерунды. Какой? Несчастный здесь. Почему бы и нет? Пришел, а? Потому что кочевники нападают на всех, кого видят. А кроме того, здесь водится много шник. И если я говорю много, мы можем только Я пришел, чтобы забрать твой доклад. Эй, Сильвио послал тебя, да? Именно. Я не могу дать тебе доклад. Если Сильвио узнает, что тут творит... Помоги мне расправиться. Расскажи мне все о кочевниках. Их всего горстка, но они хорошо вооружены. Мы наблюдали за ними. Они сидят в пещере вон там впереди. Так давай разделаемся с ними. Ты с ума сошел? Это же кочевники. Я вот что тебе скажу. Вымени тут-то мы с ними. Че, блять, сука, это значит мне одному разбираться, да? Склоняемся, значит. Сейчас. Шник. Они, кстати, должны быть черного цвета, блядь. Держи. Стой. Блять, положу. Мимо. Вот и все, нахуй. Блять, я так и знал, что придется меч обнажать. Ну ты, блядь, синхронность, нахуй. Эй, придурок, я их выманил. Давай что-нибудь сделай. Сейчас ты сдохнешь. И коронный не получилось. Сейчас я тебе помогу тебе. Это победа для Белиара. С кочевниками покончено. Черт, парень, ты отлично все сделал. Это маленький подарок для этим город Бакареш был. Что с твоим докладом? Отправляйся к себе. Под контролем, блядь. Там письмецо было у этого придурка. Так, где оно? Вот здесь. Артефакт. Что у тебя происходит? Наши клиенты постепенно теряют терпение. Твой последний курьер утверждал, что твои люди уже нашли пещеру с сундуком. Итак, с чем связана задержка? Мы узнали, что он уже получил от пиратов поставку с артефактами и что он всегда носит с собой ключ от сундука. Я хочу получить эту поставку немедленно. У тебя еще 2 дня. Затем мы придем навестить тебя и дадим тебе сдохнуть Кирку. Вот что-нибудь тебе. Ага. Ну так что, теперь у тебя и... Хам, блядь, я мы хочу в хам, мне нужен Сигмар. Для нас богатство, для Белиара... Меня послал... Конечно. И его господство придет. И тогда содрогнутся те, кто разгневал его. Поэтому... Наверх, наверх. Нам лучше не... Согласен. Красотень-то какая, блядь. Вот это мне, сука, и нужно. Но те, кого поразил гневный взор Белиара, больше никогда не нашли мира. Как ты сюда вошел? Амуль сказал, все в порядке. Амуль стар. Он впустил бы в храм всех, у кого звенит в кармане парманит. У тебя есть для меня работа? Что? Что я тебе сделал? Если ты ищешь... Не сядь. А кстати, ты знаешь Альдо? Альдо? Я должен порекомендовать тебе его. Понятно. Но каково твое... Он в порядке. Хорошо. Он может нас... Ты можешь... Ты требуешь. Черный. Нет такой... Можешь... Что? Ты... Ну...
О, сын звонки, но не... Хорошо, но даже не думай, что это... Ну-ка, хочу сейчас попробовать кое-что. Так, сохраниться. Ну, давай, давай. Ключ получен. Ха! Осталось найти его сундук. Девочки. Здесь гар. Здесь большой сундук. Что тебе нужно? Теперь лучше уходи. Железный сундук. Ты прошел длинный путь, паломник. Надеюсь, что я пришел не зря. До тех пор, пока твои намерения совсем наоборот. Мы вознаграждаем золотом. Звучит совсем... Какая у меня здесь репутация? Нет сомнений, ты помог нам. Но в нашу страну приходит очень много чужеземцев. Одни приходят как друзья, другие как враги. Последние убивают наших людей и крадут наше золото. Такое произошло со... Чему-то... Я научу... Ну, просто... Я научу тебя, нахуй. Я позабочусь об оазисе. Хорошо. До меня дошли слухи. Заставь их... Мне может понадобиться помощь в оазисе. Вот как. Он ведь хороший воин. Пусть Сильвио... Понятно. А я пошел искать сундук. Я его нашел, блять. Вот он. Вот он, блять. Я его нашел, сука. Да. Привет. Да. Вся в мощь в моих руках! Коготь Беллера! Откуда ушалась этот меч? Он похож на коготь Беллера, но не обладает магической силой. Фух, еще я ношу какие-то рудные стрелы, блядь. Вот это я и искал. Так, что я хотел? Книга действительно очень интересная, если бы мне удалось создать такой могучный камень для Зубина, он бы мог стать повелителем всего мира несколько страниц спустя. Я создал сложный, полезный рецепт волшебного камня. Вот только когда я получу сердце дракона, эликсир земли, с этим должно быть все в порядке, так как я прочитал о нем книги элементов. Речь шла о старой легенде о магическом мече, который ковался из нескольких элементов. Легенды Британской империи также должны находиться здесь вот так. Я легко получу сердце горы, так как у меня есть заклинание вызова каменного голема. Руду можно найти так или иначе в любом месте силами скалы и земли. Зубин сможет превратиться в каменного дракона. Его кожа будет стоять из массивной горной породы, крепкой и опасной. Че, блядь? Че за наркоманина? Драконы — могучие создания Беллера, которые живут в мире Аданоса. Неизвестно, с каких пор они были независимыми, поэтому не следите. Последние сведения дракона говорят, что они уже несколько сотен лет находятся на стороне Беллера. Они черпают свои силы из сил стихии. Похоже, что наиболее часто встречающий вид — огненный дракон. Большинство яиц принадлежит именно ему. С этими яйцами драконы пытаются проникнуть в мир, оставляя их в недоступных местах. На материке есть небольшая группа драконов, которые не являются любимцами Беллера, именно поэтому они могут стать такими же сильными, как существующие Беллеру. Тем не менее, можно связать их силу с каким-нибудь известным элементом в виде камня для превращения. Вам нужна сила дракона, которую можно получить из его сердца. Другим ингредиентом является то, что принести ему такое сердце. Голем обладает схожей энергией, но она слишком слаба. Вся сила должна быть предана предмет, например, руну. Камень. Нихуя себе, блядь. Чего сказать, на какие-то рецепты там? Камень, другой дракон, нихуя себе, блядь! Но у меня есть коготь Беллера. Это важнее, ребята. Это важнее. Это просто пиздец. Все нахуй. Я с ним буду играть, пока не получу тут легендарный меч. Жалко, что молнии ебашить сейчас не будет, конечно. Заебался эту пещеру, конечно, искать нахуй. Я весь БКР обладил, блин.
не на ком испытать, сука. Борис, не надо грызть мои наушники. Сейчас, все, 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 сейчас поговорю с этим духом вот этим, и все. Я принес отчет Акробора. И? Там все спокойно. Я думаю, мы обе знаем, что благодар... Держи. Еще что-нибудь нужно уладить. За ареной снова по... Где-то дал... Выследи их. Ну что ж, на этом я думаю, можно серию завершать. А то растягивается, сука, опять. Спасибо всем тем, кто смотрел. Всем пока.